Здрасте. А вы по-русски говорите? Я русский преподаю в университете. А вы кто, собственно? А, так я это, Максим закуску принесла. Он самогон взял, а поесть нет. Кто же на голодный желудок-то пьет? Максим. Да. Спасибо вам. Да, пожалуйста. Позволите? Ешьте на здоровье. А я жена. Чья? Макса. Так, Вероника. А, Маша, соседка. Маша, так может быть вы нам расскажете, как у вас тут все устроено? Потому что я ведь в деревне никогда не была. Где у вас вода, туалет? Так все просто. Вода в колодце, на улице. Туалет тоже. На улице. Молоко в корове, яйцо в курице. Все просто. А игла в яйце. Давай, шутница. Пойдемте покажу. Только вам нужно будет переодеться. Только секундочку, ладно? Угу. Секундочку. А вы мне одолжите какие-то вещи? Ну, найдем что-нибудь. Пожалуйста, закусывай. Я буду у Маши.